ему отправил? Дейзи Фицрой. Одни считают ее героиней, другие — опасной преступницей. Лично мне наплевать, кто она, лишь бы дирижабль отдала. Понимаете, компания, она как... Откровенно говоря, мне нет дела до всей этой пророческой чепухи. Вера — это предмет роскоши, и старина Комсток производит ее в избытке. Но, как и все торговцы, он вынужден обменивать свой товар на драгоценные металлы. На одних песнопениях дом не построишь. Нужны доски, инструменты, рабочие. Нужен Финг. Без меня он никуда. Добро пожаловать в вербовочный центр Финка. Сейчас работники нам не нужны. Вы слышите? Нам не нужны работники. Нелегально. Давай поищем другой. Сейчас Финк Индастрис. Работники не требуются. Заперты. Элизабет! Какая ерунда. Открыла. Можешь это открыть? Все. Смотри, тут есть служебный лифт. Думаю, можно спуститься на нем. Угу. И подставиться под пули. Выходи! За славу Колумбии! Что посеешь, то и пожнешь! Шестеренки! Букер, лови! Отлично! Постараюсь найти еще! Зайдите! Стреляйте в него! Лови! Отлично! Букер! Букер!
Темные загадки. Оружейник Чейн Линь разыскивается за связи с Дейзи Фицрой. Похоже, наш парень нарвался. Это очень плохо? Нет. Тебя. Я слышу, о чем люди говорят. Почему, мистер Финк, мы должны работать по 16 часов в день? Ну, давайте на чистоту. Я бы рад укоротить рабочий день, но не могу. Почему же, спросите вы? Отвечу одним словом. Нравственность. Видите ли, друзья мои, пустые руки тянутся к пороку. Отними у человека работу, и чем он заменит ее? Виски, женщинами, азартными. Я не допущу такого в нашем славном городе. Нет уж, убавьте. Можешь это открыть? Сейчас. Все. Я держал в руках личный дневник жены Комстока. Теперь мы знаем правду о чудесном младенце. Первая леди не любила свое дитя. Букер, это шкаф Слейта. Он здесь работал. Что я? Это дневник моей матери? Откуда он у Слейта? Мой муж утверждает, что ребенок был сотворен божественной волей. Я верующий человек, но я не дура. Его ублюдку не место под этой крышей. Моя мать. Это она заперла меня в башню. Элизабет. Я просто хочу улететь отсюда. Пожалуйста. Приветствую. Я Еремия Финк. И я расскажу вам о том, во что верю сам. Какая из всех тварей божьих чудеснейшая? Конечно же, пчела. Вы видели отдыхающую пчелу? А пчелу на больничном? Ха-ха, не бывает такого. Потому я говорю вам, будьте как пчела. Будьте как пчела. Алло? Мистер Дэвид? Да. Вас вызывает мистер Финк. Что происходит? Привет. Финк у аппарата. Мальчик мой, мы тебя давно заприметили, и вот что я тебе скажу. Ты нам подходишь? Мой заместитель мистер Флаба даст тебе все необходимое. Это еще что? Без понятия. Он будто рад был тебе представиться. Самомнение.
Меня спрашивают: Финк, почему нам платят жетонами, которые можно потратить только в фабричном магазине? Вот мой ответ. Мы защищаем работников от бессовестных торгашей. Компания «Финка» заботится о вас и продает товары «Финка» по специальной цене. Мистер Дэвид, добро пожаловать. Здесь вы найдете все, что может понадобиться вам в ходе визита. Чего от нас хочет Финк? Простите, мисс, но мистеру Финку нужен только этот джентльмен. Почему? К сожалению, мисс, все вопросы касательно этого джентльмена следует задавать лично мистеру Финку. Что думаешь? Похоже, у нас одной проблемы больше. Подлые животные! Бойтесь гиен! Они посмеются над вами и оставят вас в дураках! Заперты. Элизабет! Это я в два счета открою. Готово. Плакат. На нем тоже есть шифровка. Так нам надо найти книгу-ключ. Да. Похоже, весь подсказок принесли в клуб «Добрый час». Может, там его и найдем? Слышал раньше. Вряд ли кто-то слышал эту песню. Ну,
Пришли, Букер. Чен Лин, оружейник. Мне совершенно необходимо поговорить с этим ложным пастырем, который весь город поднял на уши. У нас и без него проблем хватает, а он там палит почем зря и сваливает все на нас. Хотя, если он хорош с собой, он может оказаться как раз тем, кто нам нужен.